Сохранение санкций Евросоюза против России и пути урегулирования ситуации на Донбассе обсудили сегодня президент Украины и канцлер Австрии, который прибыл в Киев с официальным визитом. Себастьян Курц уверен, что конфликт на востоке Украины не имеет военного решения. Нужны дальнейшие, по его мнению, переговоры в нормандском формате. Со своей стороны Петр Порошенко подчеркнул, что видит в Австрии надежного политического и экономического партнера. Я сейчас говорю не только как канцлер Австрии, но и как глава Совета ЕС. Нужен диалог, чтобы найти пути мирного урегулирования ситуации. Конфликт на востоке Украины можно уладить только за столом переговоров. Военное решение невозможно. В связи с этим я хотел бы обратиться к России с призывом вернуться за стол переговоров. Ведь это возвращение необходимо и в нормандском формате. Мы хотели бы видеть Австрию державою, яка допомагає рухатись Україні в напрямку повернення нашої країни в родину європейських народів. І ми домовилися, що рік 2019 ми проголосимо роком української культури в Австрії. І культурна дипломатія є дуже надійним і ефективним інструментом для розвитку відносин між нашими народами, між нашими країнами.